Доброго времени суток, мои дорогие цветочки, ромашки, тюльпанчики и одуванчики. С вами канал Прохождение с Михаилом. Мы сегодня играем в всеми известный скандальный мод 2019 года. Мод под названием «Сезон катастроф агрессии гибрид» на версию 1.6.02. Как вы можете заметить, я бомбил в этом моде, но мы все-таки продолжаем в него играть, потому что основной причиной моего прошлого бомбежа было отсутствие нормального монитора. Теперь играю на своем родном, и проблем возникнуть не должно. Единственное, что мы можем бомбить из-за аномалий, мутантов, но я думаю, без этого как-нибудь обойдемся. Опять у нас игра на мастере, ставим сразу новичок. Потому что хардкорные моды мы не любим. И начинаем играть. Что ж, я предлагаю сначала, прежде чем выполнять задание, посмотреть вообще, что у нас есть из оружия. Мы так и не смотрели относительно в той серии это. Так, у нас есть хороший автомат с прицелом. Мы ставим его, мы его поставили. Есть глушитель, который цепится на него. Так, и есть еще... Так, все, ну все. Так, патроны тут лежат. Текстурку поменяли они. И это светительная ракетница. Так, ну а вот это мне получается не надо. Давайте что, хоть продадим чуть-чуть немножко чего-нибудь и... А, мне ствол хороший нужен. Думаю, договоримся, рассказывай. Блять, я не хотел это задание брать. Ладно. Грех девушке не помочь. Тем более такой здесь... Так, о чем это я? Так, ну давайте оружие попродаем немножко. Так, коллиматор мне, в принципе, не нужен, наверное, да? У меня тут какой-то стоит. Или... Не знаю, ладно, давайте продадим. Гранаты я не особо использую. Пистолет у нас есть. А патроны на... А патронов на пистолет что-то я не вижу. У нас в инвентаре. Тогда и пистолет продадим. Ну как-то, ребят, так, продаем. У нас 4000, и мне позарез нужны, наверное, патроны. Да, какие из них самые дешевые? 6. Я же разорюсь! Сука! Мразь! Сисястая, блядь! Так, ну ладно, как-то так, сейф. Так, что ж, у нас сейчас выброс. Я предлагаю тогда... час времени, да, у нас? Предлагаю тогда включиться, как я буду рядом. Задание у нас не так уж и далеко. Что же мы хоть взяли-то? Бандитский наезд, встретиться с Ичом. Ультра предложила работу, необходимо помочь местным барыгам разобраться с бандитами. Шо, блять, какие барыги? Ладно, ребят, наверное, встретимся уже на самом задании. Погнали. Так, ребят, я подошел к этому месту. Это где-то здесь. Достаем наш славный верный автомат. И идем разбираться. Так, куда-то нам в центр. Ну что ж, надеюсь, не убьют. Блин, вот такая погода, сука, темная. И час дня, блин, уже 2 часа дня. Ну, разработчик, ну что за говно ты придумал? Почему у тебя такой темный мод, блин, играть невозможно? Нет, конечно, должна быть такая погода темная в зоне. Ну, что-то ты как-то, мне кажется, что-то перепутал, блин, у себя в голове. Я уже опять готов бомбить! Извините, ребят, за эмоции. Так, и я хотел поспать, а спать он не может, потому что капелька вот воды. Тут, видите, я думал, это он перевязаться ему надо, кровотечение, видите, в нижнем левом углу. А это, оказывается, он пить хочет. Говнюк, блин. Ну, конечно, конечно. Этот самый где-то, да, сидит? Контролер. Да? Или нет? Так, а куда мне, собственно? Ребята, я не добежал же, блин, мне не сюда, так что контролер, можешь идти в одно место. Я еще, оказывается, не добежал, мне куда-то сюда. Ну что ж, хорошо, хорошо. Кстати, ребят, прибежали мы туда, где начинали игру, где-то здесь, да? Да-да-да, где-то здесь мы начинали игру. И, в принципе, где начинали, туда и пришли. Блин, вот я вроде бы забыл MSI включить автобернер. Пишите, если он раздражает, я его уберу, вот который в верхнем левом углу. Посмотрите, пожалуйста. Видеокарта грузится! 16%! Процессор 100! Разработчик, ну что ты за говно выдумал? Почему мне фризить должен мод из-за дерьма какого-то? Ты вот что, на процессоре, блядь, разрабатывал? Сил уже нет, ребят, извините за негатив, но прямо так и лезет. Так, и куда нам? Я этих мразей-то так и не вижу. Они где-то здесь, что ли? По карте, да.
Так, сейф, а то еще. Я знаю вас. А, вот они, нифига себе, вы с тенью слились. Тут борода, барыга. Сыч! И кто это у нас? А, и султан. Ну, красавцы, чё, ладно. Здорово, сталкер! И тебе не хворать. Перейдем сразу к делу. Я помогаю вам с... Я помогаю вам. С тебя удобный ствол, согласен? Ну-ка... Ну так без базара, сталкер. Если все пройдет гладко, дам тебе огнемет. Такого не найдешь. Штучная сборка, договорились. В чем будет состояться моя задача? Будешь с нами рядом. Если с отморозками не договоримся, валим все. Заметано. Так, ну что, брат за брата. Это за основу взято. Они мне сейчас друзья. Автомат наготове. И я уже готов валить. Тут есть, кстати, ПНВ. Да, оно не особо красивое, но, ребят, мне плохо видно из-за своего дебильного монитора. Если что, не серчайте, я его буду юзать. Так, ну, в общем-то, что-то сейчас будет. Смотри-ка, пацаны идут! Ой, ой, блатные! Ой, блатные! Ты шо, фраер? Бегут! Бегут! Ты конкретно рамсы попутал, это что за дебилы? Нарисовался. Чучело, это что за придурки? Это что за пингвин? Ребят, извините за эмоцию, но что-то это совсем уже херня какая-то. Ой, блядь, фраера поварили! Ой, ночи, суки, блядь, блядь! Сука, блядь, 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 сука, тише, голуби на крыше. Тише, блядь. Нахуй сейф. Это чё? Подожди, я и своих перебил, что ли? Нет? Ой, блядь, зацеп... Сука, подранили, мрази. А где мои? Почему я один? Я случайно своих не это самое? Не вальнул? О, блядь, вот это вы зря, ребята, вот это вы зря. Я же сейчас съем аптечку. Даже без быстрого доступа. И укольте... Блядь, суки! А ящик-то не такой сильный, как я думал, беги! Блядь, косорылый главный герой. Бежать даже не может нормально. Так, надо какую-то спецоперацию придумать и ПНВ отключить. Вай, 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 вай! Давай в коровник, к свинкам, к свинкам. Так, ребят, сейчас что-то придумаем, только я не понимаю, где наши, или я еще и наших перевалил. Так, видит меня уже. Блять! Там наш, походу! А в чем прикол? Я, походу, своих завалил, серьезно? Блин, я сейчас же не переиграю, наверное. Это что такое? А чё по квесту? А квеста нет. Серьезно, я своих перевалил? Ну блин, ну что это за мод? Сделали, блин, бы их бессмертными. Нейтралами. Я походу своих стрельнул. Вся. Ай, сука! Короче, ребят, пришлось переиграть. Реально провалили мы задание. Видимо, в темноте стрельнули своих и все. И разработчик даже не додумался сделать их бессмертными к нам. Все, задание выполнено. На этот раз без всяких акцессов. Так, я предлагаю немножко трупы полутать в нашей сталкерской традиции. Разработчик сделал так, что у трупов ничего нету. Спасибо. Так, нет, я надеюсь, все-таки это шутка какая-то. И да, вот смотрите, мы что нашли. Я беру пока все, потом мы это все продадим. И пойдем уже на Янов. Нам же на Янов все-таки сегодня сходить нужно. Успеть. Так что... А этих... Странные вы люди, конечно. Да, странно, как-то лут падает. У кого-то есть, у кого-то нету. Да. Хотя бы бинтик какой лежал. А то их залутать-то вроде никто не успел. Так, подождите, тут еще один вот был труп. Где я? Мы его завалили-то, блин. Скотинство. Короче, ладно, хрен с ними, в принципе. И так достаточно, мы уж... На Янов нам хватит заплатить. Проводнику, если он нас проведет. А, в... Вот это порядочно.
Все, теперь мы точно всех олутали, сейф, и давайте поговорим с Ичом. Что-то у меня, ребят, сегодня с голосом, видимо, простыл, не обессудьте, если что. Спасибо, сталкер, действительно помог. Так и знал, что с этими уродами не договориться. Держи, заработал. Получен огнемет макрофаг. Ну, спасибо. Огнемет дали, блин. Слушай, а как он работает, а? И сколько весит? 9 килограмм. Так, давайте проверим огнемет. Ну, в принципе, неплохо. Я его, наверное, сейчас выложу. Ой. 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 Там что-то скотов загорелся, ребята. Лучше вам проверить. Я не знаю, мимо проходило, там горит. Сам в шоке. Так, ребят, ну что ж, дошли мы до Скадовска. Сейчас, наверное, продадим вещи и будем искать путь на... как вторая локация там называют, Наянов. Так, отсоединить прицел. Отсоединить прицел, разрядить. Так, ну что ж. Она нам награду не даст, так как нам дали уже огнемет. Огнемет, я не знаю, нужен он нам, нет. И чем он... А, вот баллон. Фиг его знает, короче. Ну, пока что я не собираюсь им пользоваться. Сейчас мы его выложим. Давайте немножко продадим оружие. Так, калашек я, наверное, оставлю. Наверное, сделаем как-нибудь вот мы вот так вот с вами. Я не знаю. Ну, дробовик я тоже пока продам. Я вот, может, такую оставлю штучку себе. Хотя не знаю. Но второе оружие мы с вами, ребят, все равно менять будем. Так. Не знаю, может, как-то так. Так, сколько патронов стоит? Дорого, дорого. Так, вот детектор забирай. Эту забирай, хрень. 6000, ну хотя бы так. Кстати, радуюсь, что починено оружие у них у всех. Так, и... так, ну подствольник нам не надо с вами. Что взять-то сможем? А, вот эти патроны, они-то подешевле будут. Ага. Ну, блин, такие деньги отдавать. Может, мне кажется, на автомат уж легче купить. Блин, я не знаю, что с вторым оружием. Ну, пока это пусть стоит. Ну, а так, наверное, на автомат мы разумнее патроны-то купить. Как-то на 4000, наверное, да? Не знаю. Ну, пока так сделаем. Потом, если что, поменяем. Выложу я, наверное, огнемет. Так, а это контейнер для артефактов. Так, ну это надо. Поставлю, значит, вот это оружие. Вот этому тоже выложим. Мне, блин, это не надо. Не знаю, что это за дрянь такая. Но мне это не надо. Так, и, в принципе... все, наверное, так где-то и оставил. Что ж. Предлагаю искать путь на Янов. У нас одно задание. Закупимся сейчас бинтиками специальными всякими. Так, подлечимся, если... есть такая возможность. Вроде как вылечила. Так, аптечки у нас вроде есть. Ну, давайте пару бинтов. Вот антирад нужен. Антирад нужен. Ну и, в принципе, наверное, нам... да, вообще идеально. Ну, я вот так вот даже сделать могу. Ну все, идеально, ребят. Идеально мы с вами закупились. Теперь, наверное, можно и на Янов двигать. Только как? Да-да-да. Я вот уже, ребят, посмотрел за кадром. Видите, нельзя. Но он нам... я так быстро свернул, он нам сказал, что нереально, ну, не пойду, и потому что зону колыхает, штормит, и говорит, ты меня даже, мужик, не проси, я тебя не отведу. Вот так вот, такова селева, ребят. Я не знаю, что делать, как попасть. Давайте с этой разговаривать нельзя. Она музыку включила, за которую забанят, а я слушаю и не слушаю, блин. Так, а что делать-то? Фиска. Да фиска, хириска, мара, шмара. Как мне на юбу-бу-бу-бу-то? Как мне на локацию-то сменить? Вы что? Вы что? Короче, ребят, я не знаю, как добраться до точки эвакуации. Предлагаю сейчас сбегать до одного интересного места.
называется оно плата. В тот раз, помните, там пулеметный огонь в тот раз был? Я вот тут за кадром посмотрел, ну, то есть, наткнулся у кое-кого на видео, ну, это не важно. И там у нас очень интересный сюрприз ждет. И оттуда можно достать неплохое снаряжение. Ну, то есть оружие, т.д. т.п. Я так думаю, деньги лишними не будут. Давайте сейчас этим мы, наверное, займемся, а в следующей серии уже пойдем и искать путь на Янов, так сказать. Давайте этим и займемся, в принципе, почему бы и нет. Поехали. Давай! Фух, ребят. Почти без эксцессов всяких мы с вами добрались до этого злосчастного места. Не знаю, почему у нас стала жёлтая зона. Слушайте, а красиво, реально? Кто в 4К смотрит мое видео, реально красиво. У меня, конечно, не такое уж и полноценное 4К, но хотя бы без потери качества вы можете это все увидеть. Блин, ну красиво. Реально красиво, только темно. Так, ну что же я могу сказать? Я даже... Не то, чтобы нормально это место без кого-либо почти бомбежа прошел. Я даже артефакт... я не видел это. Так, это может не вот так вот? Блин, вот хер поймешь эту игру. Короче, ладно, без разницы. Короче, вот, нашел один артефакт. А этот артефакт, в принципе, можно... У него нету свойств никаких отрицательных, можно его поставить. Блин, офигеть, я даже не знал, что у нас артефакты с собой есть. Офигеть, лол. А нашел и кристалл с вами. Так, ну это все, это просто похвастался. И мы идем, наверное, убивать. Так, ну что, калашика ставить? Или вот эту штучку, она-то с прицелом. Блин, ладно, погнали. Ну и кто тут убить меня хотел в прошлый раз? Где пулеметный огонь, блядь? Где? Кто тут умный такой? Ой, а ч... Кто тут умный? Вы умные, я умираю. Ай! Блин, а что это за дерьмо? Убирай его в кристалл свой. А, все, есть такое дело. И закрыть. Все, наверное, так это делается, ребят. Нахлотался я радиации случайно. Ну, видите, деревня в сталкер играет. Ничего страшного. Так, ну что, вроде бы все неплохо. Давайте, наверное, засейвимся. И пойдем все-таки мстить. Если тут кто-то есть, кстати. Ау. Серьезно? Нема никого? Я зря пришел? Серьезно? А нет, есть. Кто-то есть. Но только лишь трупы. Ну ладно, хоть так. Да-да-да, хоть так. Смотри, все равно полутаться можно. Ключ-карта какая-то есть. Доктор Перельман. Перельман. Я не знаю, я только Пильмана знаю из пикника на обочине. Не к тому заданию, для выполнения которого нас сюда прислали. Единственное, что могу сказать, немедленно уходите. Уходите прямо сейчас, если у вас осталось на это время. Так, никто не отспавнится, да? Серьезно? Блин, ребят, тут... Ладно, уже заспойлерну. Наверное, уже многие играли в эту игру. Тут снорки должны быть с автоматами. Но, видимо, их сразу надо было валить. А не убегать, как я в прошлый раз сделал. И все. Больше мы их не увидим. Ну, жаль, конечно. Ну, хотя бы мы что-то хоть забрали. Смотрите, вал. Блин, неплохое оружие, кстати. Но я его, конечно, сейчас выложу. Потому что стрелять мне... Ну, патронов-то у меня на него нет. Нашивки сталкер. А, это дозиметр. Внешние обшивки контейнера. Хер пойми, что это такое. Ну, ладно. Скотина, нам последнюю, ребят, еду радиация загадила. Охренеть. Ну, не дурак же ли, а? У меня 115 рублей. Ладно, может, сейчас на продаже вала что-то поимеем. Что же, ребят, могу сказать, давайте здесь я такую вот небольшую серию подведем, наверное, к концу. Я не знаю, скорее всего, она получилась более чем коротенькая. Я просто не засекал время, сколько я играю. Ну, такое вот небольшое приключенице. Надеюсь, вам понравилась эта серия. В следующей серии мы непосредственно уже с вами пойдем на Янов. Будем искать дорогу и...
принципе, там дальше больше. Только сейчас я пока что понятия не имею, как туда идти, придется в интернете где-то смотреть. Ну, на этом мы с вами, наверное, остановимся. С вами был канал Прохождение с Михаилом. До скорой новой серии. Не скучайте. Всем удачи и пока-пока.